Кредитная карта Альфа-банка бесплатная навсегда сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. Сегодня я предлагаю вам пройти мистический тест, который расскажет послание на будущее. Посмотрите на картинку, выберите месяц, который вас притягивает. Не думайте долго, просто следуйте своим инстинктам. У вас есть 10 секунд. Если вы выбрали луну номер один, то вы не должны играть в азартные игры ни с любовью, ни с деньгами. Обычно это неправильное решение. Если вы ищете надежности и безопасности в своей личной и финансовой жизни, перестаньте доверять свою жизнь в чужие руки. Пришло время постоять за себя и направить свою энергию в свою жизнь. Вам нужно быть очень осторожными, так как вы будете уязвимы в финансовых вопросах и будете видеть в других только хорошее, даже если правда находится прямо перед вашими глазами. Что касается эмоциональных вопросов, то в вашей жизни появится страстная любовь, но вы должны быть готовы открыть свое сердце. Если вы выбрали луну номер два, то у вас очень сильные экстрасенсорные способности и острая интуиция. Вы склонны рассматривать все возможности и принимать решения, которые помогут вам в финансовом плане в будущем. Вам будет вести с деньгами во всех сферах вашей жизни. Вы не уверены в некоторых своих прошлых решениях, но ситуация прояснится, и вы сможете психологически расслабиться. Воспользуйтесь возможностью попробовать что-то новое для процветающего будущего. Это финансовое процветание принесет вам радость и счастье, которыми вы сможете поделиться со своими друзьями и близкими. Это время любви и изобилия станет для вас настоящим благословением. Если вы выбрали луну номер три, то в ближайшие месяцы ваш доход увеличится. Это может быть связано с повышением по службе, результатом вашего упорного труда или новыми обязанностями, которые поставят вас в более выгодное финансовое положение. Кроме того, это касается эмоциональных вопросов. Вы вряд ли будете испытывать проблемы в любовных отношениях. Это также может указывать на отношения без обязательств и ответственности. Возможно, пришло время узнать больше о себе. Пожалуйста, делитесь своими результатами в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Но у меня на сегодня все. Желаю всем удачи. Пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.